Многие просили меня снять видео про то, как подавать планирующую подачу в волейболе. Это такая подача, которую подавал я Ямагучи из Карасуна. Мяч меняет свою траекторию в полете, его неудобно принимать. Для того, чтобы подавать планер, мяч нужно бить прямой ладонью и ее основанием. Тогда он будет лететь без вращения и менять свою траекторию при полете. Подобно так, как на этом видео. Можно увидеть здесь, как мяч резко ныряет. Далее, когда вы освоите этот элемент, можно усложнить его, добавив небольшую напрыжку. Это усиливает эффект.